Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала Let's Hard Games, с вами Бабкин. Сейчас мы будем проходить битву за Флэша, обыкновенную. Так, и костюмчик мы возьмем вот такой. Сложность сложная. Как обычно мне везет, там Аквамен... Женщина-кошка. В общем, горячо. Будет припекать. При том, что я за Флэша практически вообще не играл. И на носу Новый год. Времени играть просто категорически нет. Да. Ай, давай. Да что такое? Неужели? Такие вот дела. Но он еще может отхилиться, конечно, или, ну, X-Ray он, не знаю, будет делать мне, не будет. Ой, что-то я забыл поменять Лютера. Значок, фейс. Ладно. Я обычно меняю, там ставлю, за кого играю, за того и ставлю. Но тут будет Лютер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Получи лоу-кик. А, нет, нет. Давай. Нормально. Интересно, это у него был захват или что это было? Или какой-то спешл. Это эпик. Понапрыгивал так. Чудо-юдо, женщина. Рама, одним словом. Воу-воу-воу. Я думал, с другой стороны можно выбить. Ну да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, не успел. Да вейкап у нее. Ого, что это было? Что это было? Лол такой. Привет, детка.
Воу-воу-воу. Как так? Как так? Тебя это не спасет. Ну, вроде пока неплохо идем, но это только... только начало. Что там за обезьяна? Кинг-Конга убивают. Вот начнется там, я не знаю, Аквамен, женщина-кошка. Пойду сразу проигрыши. Тихо. А ну-ка так. За флеша даже не так уж сильно важны. Джаглы, конечно, джаглы, да, важны. Но тут более тактика. Ай-яй-яй. Но все, у него все равно нет энергии. И у меня нет энергии. Тактика рулит. Причем и скорость тоже. Но это, конечно, все нужно уметь. Делать все правильно делать, а то можно отгребать, получать джаглы в ответ и все. Так, пятый Бэтмен, вот сейчас и начнется жара. Наверное. Ай, плохой. Что ты хотел сделать, а? Жесть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как-то он так меня споймал. Ну хорошо, он не похилится, допустим, да? Или похилится, может еще набьет. Словил! Словил на парирование. Хильнется немножко. Ай, надо было с энергией юзать. Если бы еще флешу дать какой-то очень быстрый проджектайл, я не знаю, там, то это был бы убер персонаж. Пускай он бы даже там коцал, не знаю, без отката, но на 5%. Это было бы очень жестко. Ой. Не люблю...
Не люблю я тебя. Отлично. Плохо. Получил оверхед. Ай-яй-яй-яй-яй, не попал. Не будет доюзать. Не заюзал он энергию. Эпично, эпично. Получай пяткой. Иди там корми рыб. Так, женщина-кошка, да? Если я не ошибаюсь. Ага. Посмотрим, что сделает нам... Хотел сказать Кракен. Doomsday. А чё ты такое там делаешь, а? Кыться, кыться, полегче. Ай-яй-яй, о-о-о, я горю. Хильнись, хильнись. Чё уж там. О, wake up. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Лол, ну лол. Пятка рулит. Удивительно, что я еще не проиграл ни разу. Удивительно, потому что, как я повторюсь, я за флеша практически не играл. Фу. Ну, еще все впереди. Сейчас орлица и... Опять хотел сказать кракен. Непонятно почему. Вспоминает меня Кракен почему-то. Кнопочка, куда ты уехала? Воу-воу-воу-воу-воу. Даже, смотрите, задела меня. Курочка, ряба.
Ой, в голову попало. Воу-воу, тихо-тихо-тихо. Воу-воу, понеслась жара. Что-то в разнос просто. Видимо, компьютеру не понравилось, да? Что я так его нагибаю, как бы. Не получилось у меня атаку сделать. Ну! Детка, давай! Ха-ха-ха. Ну, я не знаю, затяну, не затяну, это уже чисто на удачу. Фантомаса великана бьют. Ого, все, да? Да. Что-то как-то она меня захватила, когда флэш бежал, как-то, ну, неправильно это. Неправильно. Ты неправильная, вот так вот. Писька. Обзываться никто не запрещал. Чё ты, блин, да? О, нет. Да. Ну ладно. Что это было? А энергии-то нет? Положь трубку. Икс-рей, да? Ну, зря. Ну, могла бы хильнуться, конечно, но не факт. Я бы ее бы спешлом каким-то бомбанул. Так, один проигрыш, да? Хорошо. Вот только давай там без всяких вот этих вот арморов. А то как не мужик. Успел? Но он там попытался меня ударить, как видите, там процента 2, наверное, снял. Ой! Окей, птичка. А чё я птичка сказал? Он же не птичка. Не туда. Нет. Ой-ой-ой, что-то я не вовремя. Остановись. Сейчас, если все получится, как я хочу, я выиграю. Что-то не получилось.
Ну да. Не получилось. Иди, Мош, планету. Ну, мог выиграть, мог, конечно. Ай! Так. Ой-ой-ой! Еще и цепанул. Ай-яй-яй, прав тыкал, да? Да. Это был фейл. Время умирать. Сопротивление не заюзалось. Ну, это стоило того, то есть то, что меня будут убивать там, ну вот в конце лестницы, это нормально. Получи лоу-кик. Ой, нет, ой, нет. Окей. Ну да. Плохо. Вот такой вот X-Ray должен отнимать, наверное, все 90% хп. Лол, ну это просто лол. Дурачок. Получай, засранец. Ну, конечно, посливал он меня нормально. Ну, хотя там так спорно, или я, или он меня. Так, ну, сейчас супер-пупер человек. Да не боюсь я тебя, давай уже. Драться. Ну да. Так, 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 так.
А, нет, 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 зачем ты прыгал? Блол вообще. Что это было? Ну да, что-то я вообще не смотрел за своим здоровьем, я смотрел за положкой шкалы. Ну неплохо, в принципе, я ему раздал. Бывало и хуже. Ай-яй-яй. Ну и не знаю, сейчас... Есть, ловил. О, хил, да? 35% или 33 сейчас хильнется. Ой, я не хотел этого делать, но... Ладно, что есть, то есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет-нет-нет-нет, сопротивление. Вот если заюзалось бы сопротивление, было бы все хорошо. Воу-воу-воу, что там ничего не произошло? Ай, опять, ну... Ну, ушел. За 30 минут вложился. Наверное, самая быстрая лестница, которая была на сложном.
Ну и, собственно, смотрим концовочку The Flash. Flash had taken down the High Counselor, but the atrocities he had abetted during Superman's regime continued to haunt him. His shame eventually drove him into exile. Whether wishing to make further amends or simply unable to stop himself, Flash continued to use his powers in the pursuit of justice. Rumors of a mysterious red streak of energy that would set upon and incapacitate criminals circulated throughout Central City. While only some deduced his true name, most felt gratitude and affection for the new hero they called the Ghost. Где наша там статистика? Как обычно, там по-любому проигрышей, наверное, 6 будет. А то и 7. 6-7 где-то так. Насчитал я. Интересно, сколько идеальных боев я сделал. Ха. Идеальных вообще боев нет. И поражений 5. Окей, окей. Ну, собственно, вот такая вот лестница получилась. Спасибо за просмотр, с вами был Бабкин, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока.